Здравствуйте, друзья! Вы видите главную магистраль Кремниевой долины, такую городскую, не хайвейную. Называется эта улица El Camino Real, что в переводе с испанского означает «большая дорога». В принципе, когда не было хайвеев, это вот El Camino Real была основной дорогой, и вы можете, если вот ехать в ту сторону, как мы сейчас, на север, это вы в Сиэтл приедете. Если развернуться, поехать в обратную сторону, приедете в Сан-Диего. Местами она с хайвеями сливается и так далее. К чему я это говорю? Вы видите, что не многолюдно сейчас на улице. Транспорта немного. Сегодня понедельник, 18, если я не запутался, значит, января. А может и 19, я, честно сказать, вот... Не знаю, с утра не смотрел ни на что такое, по памяти не помню. Ой, какое счастье не помнить, какой сегодня день, честное слово. Но понедельник — это 100%. Понедельник — день нерабочий. Даже вот у нас там в Портнов Computer School мы тоже у нас как бы решили отдохнуть, дать студентам возможность отдохнуть. На самом деле это упирается не в отдых, это упирается в то, что садики не работают и... Родителям некуда деток девать в этот день, им приходится самим с ними сидеть, поэтому вот это основная причина. Хотя онлайновый класс у нас вечерком будет, в 6 часов вечера, с 6 до 7 по местному времени у нас по понедельникам идет онлайновый класс, понедельник, вторник, четверг. Это состоится. И я хотел вам показать, что вот народу немного, вот так выглядит, значит, главная магистраль в праздничный день. Что касается самого Мартина Лютера Кинга, это человек, который оказал невероятное воздействие, влияние на страну, потому что в то время, когда он жил и как бы был таким общественным деятелем, это было время конфликта расового, это как бы вот сейчас нас много тут стало, да, тут вот и латинос много, и там, я не знаю, из Азии много. А тогда это вот была страна такая черно-белая, и у черных было свое место, которое они должны были знать. И вот в это время менялась парадигма. Не то чтобы люди, которые всю жизнь прожили с какой-то мыслью там об отношениях белых и черных, изменили свое отношение. Это не так. Но новые поколения подросли, и новые поколения сказали: вот мы в этом жить не хотим. Понимаете? И вот это был перелом. Конечно, в середине 60-х никому в голову не могло прийти, что там через 50 лет чернокожий будет, там, скажем, президентом Соединенных Штатов. Это казалось немыслимым, потому что буквально за там, я не знаю, еще за несколько лет до того, там 5-6, когда президент Кеннеди избирался президентом, никто не мог поверить, что католик может стать президентом Соединенных Штатов, да, потому что президент Кеннеди из ирландской семьи, и они католики, и вот этого никто поверить не мог, в это никто не мог поверить. Так что, видите, как меняется все, и Мартин Лютер Кинг это большой человек, это человек духа. Понимаете, он повлиял на дух Америки, не на законы, но на дух. И до сих пор вот его речь знаменитая, как бы она всюду там и цитируется, и изучается. И она на самом деле настолько эмоциональна, если его послушать. Это надо слушать, это читать в переводе не то. Даже вот... не находясь в контексте начала и середины 60-х, не находясь в контексте расовых волнений, вот этой десегрегации, которая проводилась в стране, когда черных студентов там под охраной, значит, там сопровождали, когда в школах ввели совместное обучение, привозили детей, значит, чернокожих детей привозили в белые школы, там демонстрации родителей, боже мой, чего тогда только не творилось, но это был выбор, как бы, это был выбор новых поколений. Так что в этом смысле я хочу сказать, можно назвать его духовным лидером, там, скажем, да, американской нации. В современных терминах, может быть, мы бы его так назвали.
И это был абсолютно великий, так сказать, по духу человек, очень миролюбивый и очень, как сказать, человечный, что ли. Он видел что-то такое, чего нет на поверхности, понимаете? И вот он это видение принес в общество. Поэтому сегодня вот день Мартина Лютера Кинга. В основном это день выходной, его соблюдают как национальный праздник. Он не является обязательным праздником. Вообще ни один праздник не является обязательным там для всех абсолютно предприятий страны. Такого нет. Но, тем не менее, в основном он соблюдается. И вот в этом году, не каждый год, но вот в этом году мы тоже, значит, соблюдаем его как выходной день. Так что я всех поздравляю, кому близок этот праздник и кому, может быть, не обязательно близок. Но, тем не менее, это как бы большой человек, это, скажем, это масштаб, ну, я даже не знаю, ну, вот, может быть, мать Тереза, может быть, это вот такого уровня личность. Поэтому это здорово, что были такие люди, это масштаб, это такой человек, как Сахаров, понимаете, академик Сахаров, который повлиял на свое поколение. Вот, поэтому я думаю, все это здорово. Здорово, что мы, в общем-то, современники этого всего. Вот я современник там Мартина Лютера Кинга, хотя я еще пацаном был, но все-таки я помню его еще тогда, когда я был пацаном. То есть его, естественным образом, его пропагандировали в Советском Союзе, его показывали как альтернативу, там, как протест. Вот. Но, во всяком случае, еще раз я всех поздравляю и я вам какие-нибудь еще праздники случатся, я вам еще тоже расскажу про другие праздники, как случится. А вот машин много, смотрите. То есть народ работает вот в наших вот этих вот, да? Оп, она как. Неожиданно. Я вам тут рассказываю, что выходной, что все соблюдают. А тут люди работают. Так. У нас тут маленькие бизнесочки, потому что вот в нашем этом офисном билдинге маленькие, крохотные компании, там по 3, 4, по 5 человек. Вот они работают.